Амичи не смогли выиграть главный забег 26-го рождественского полумарафона. В этом году главный зимний беговой старт собрал 910 спортсменов, 46 из них иностранцы из 16 стран. Среди них особенно выделялся шотландец Скотт Крайтон. Он уже в третий раз молодой человек бежал рождественский полумарафон в Килти. Победителем среди девушек стала Наталья Тарасова из Новосибирска. Второй финишировала амичка Марина Ковалева. Лучшим из мужчин на дистанции 21 километр стал уроженец Уфы Сергей Петров. Он впервые участвовал в зимнем полумарафоне и едва не побил рекорд трассы, проиграв лучшему времени всего 6 секунд. Чуть не успел, я думал, что рекорд час 8.32, оказалось быстрее. Видимо, не так информировали меня. Вот. Не знаю, ничего страшного, я доволен, в принципе, результатом. Высокое время. Впечатление отлично, праздник нашел, прошел на ура, просто удался, организация на высшем уровне. Ну, спасибо ребятам, кто поддерживал, и соперникам тоже. Настоящий башкирский зверь.